вот у нас первый чудесный сигнал к тому, что мы едем на север. Это Ярославское шоссе. И мы с вами сегодня дегустируем северную трассу. Поедем, у меня план до Александрова, ну, может быть, доедем до Переславля-Залесского, не знаю. Я вчера звонил из консерватории. Ну, это такое убежище в жуткой Москве. И, короче, я звонил в гостиницу в Белозерске. Ну, там такая расслабленная женщина. То есть, явно я позвонил куда-то очень далеко. И она сказала, что лед на озере Белом в крайнем случае к июню только сойдет. И поэтому я думаю, что раньше июня нам, соответственно, там и нечего делать, ребятушки. Потому что я бы купаться не купаться, но я бы хотел, конечно, поснимать там воду. Именно воду на этом море. И, конечно, белые ночи. То есть любопытно туда поехать в июне. И, может быть, конечно, еще удастся кого-то привлечь на это шоу. А сейчас я вот планирую несколько раз, может быть, даже съездить. Сначала вот сейчас мы продегустируем Александров. Может быть, Сергиеву Посаду уделим внимание. Ну, вот так.